самая мощная техника по исполнению желаний. В начале года мы все с вами пишем списки целей, которые затем откладываем в сторону и надеемся, что они сбудутся. Но запомните, если вы действительно хотите, чтобы ваши желания осуществлялись, о них ни в коем случае нельзя забывать. Даже наоборот. Возьмите листок и ручку и напишите небольшой или большой рассказ о том, чего вам удалось достичь и что помогло это сделать. Какие новые навыки, привычки вы внедрили в свою жизнь, которые помогли вам реализовать ваши желания. Например, в 2023 году я покупаю новый Porsche Cayenne. Мне пришлось начать уделять своему бизнесу больше времени и сосредоточиться на более качественном и регулярном контенте, в результате чего мои продажи выросли и составили. Вы можете описать пункт за пунктом всех своих целей и желаний, как это произошло и в результате чего этого удалось достичь. Таким образом, ваш мозг получит четкую инструкцию к тому, чего он хочет и какие навыки, привычки вам необходимо выработать, какие умения получить, чтобы у вас это получилось как можно скорее. Помните и знайте, мозг – ваш главный помощник. И когда вы научитесь создавать взаимосвязь между своими мыслями и своими действиями, вы сможете осуществить любые свои желания.